Божьи слова на каждый день. Что такое влияние тьмы? Так называемое влияние тьмы представляет собой влияние того, что сатана обольщает, развращает, связывает и подчиняет себе людей. Влияние сатаны – это влияние, окруженное ореолом смерти. Всякий, живущий под владычеством сатаны, обречен на погибель. Как, обретя веру в Бога, избавиться от власти тьмы? Искренне помолившись Богу, ты обращаешься к Нему всем своим сердцем. И в этот момент сердце твое движимо Святым Духом. Ты становишься готов полностью отдать себя Ему. В этот момент ты избавишься от влияния тьмы. Если все, что делает человек, угодно Богу и соответствует Его требованиям, то такой человек живет в словах Божьих, под Его опекой и защитой Бога. Если люди не способны претворять в жизнь Божьи слова, если они постоянно пытаются Его обмануть, поступают по отношению к Нему небрежно и не верят в Его существование, то все такие люди живут под влиянием тьмы. Люди, которые не приняли Божьего спасения, живут под владычеством сатаны. Иными словами, все они живут под влиянием тьмы. Те, кто не верит в Бога, живут под владычеством сатаны. Даже те, кто верит в существование Бога, не обязательно могут жить в свете Божьем, поскольку те, кто верит в Бога, могут на самом деле не жить в Его словах и не быть способны повиноваться Богу. Человек ограничен тем, что только верит в Бога, и поскольку он не знает Бога, то по-прежнему живет в старых правилах, среди мертвых слов, жизнью, которая мрачна и неопределенна, не будучи ни полностью очищен Богом, ни всецело обретен им. Таким образом, при том, что совершенно очевидно, что те, кто не верит в Бога, живут под влиянием тьмы, но даже и те, кто верит в Бога, могут все еще пребывать под ее влиянием, ибо лишены работы Святого Духа. Те, кто не получил благодати или милости Божьей, и те, кто не может видеть работу Святого Духа, все они живут под влиянием тьмы. По большей части тоже касается и людей, которые лишь наслаждаются Божьей благодатью, но при этом не знают Его. Если человек верит в Бога, но при этом проводит большую часть жизни под влиянием тьмы, то существование такого человека утрачивает смысл. И надо ли говорить о тех людях, кто не верит в существование Бога? Все те, кто не может принять труд Божий, или кто принимает работу Бога, но не способен отвечать Божьим требованиям, суть люди, живущие под влиянием тьмы. Лишь те, кто стремится к истине и способен отвечать Божьим требованиям, получат от Него благословение. И только они избавятся от влияния тьмы. Те, кто не освободился, кого всегда что-то контролирует, и кто не в состоянии отдать свои сердца Богу, это люди, которые порабощены сатаной и живут, окутанные ореолом смерти. Те, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, не выполняет Божьи поручения, и те, кто не исполняет своих функций в церкви, живут под влиянием тьмы. Те, кто умышленно мешает церковной жизни, кто преднамеренно сеет раздор между братьями и сестрами или формирует клики, это люди, живущие под еще более серьезным влиянием тьмы, в рабской зависимости от сатаны. Те, у кого ненормальные отношения с Богом, кого постоянно посещают нелепые желания, кто всегда желает взять верх над другими,
кто абсолютно не стремится изменить свой характер, это люди, живущие под влиянием тьмы. Те, кто постоянно небрежен и не бывает серьезен в претворении истины в жизнь, кто стремится не к тому, чтобы угодить Божьей воле, а лишь к тому, чтобы ублажать собственную плоть, это тоже люди, которые живут под влиянием тьмы и окутаны смертью. Те, кто работает для Бога, занимается бесчестными делами и мошенничает. Кто обращается с Богом в небрежной манере, обманывает Бога, и кто постоянно строит планы для самих себя, это люди, живущие под влиянием тьмы. Все те, кто не может искренне любить Бога, кто не стремится к истине и кто не сосредоточивается на трансформации своего характера, это люди, живущие под влиянием тьмы.